обязательно должны сохранить душу России. Будет той базой, на которой страна будет двигаться вперед, ощущая и понимая себя. Хабаровский проект межвузовского кампуса в числе лучших конкурса Минобразования России. Студенческий городок появится в Хабаровске рядом с Тихоокеанским государственным университетом. Десятки научных лабораторий и инновационные кластеры для студентов и ученых. С международным размахом настоящая картина будущего. Университет должен быть центром интеллектуального притяжения на той территории, где он находится. Рождались новые технологии, рождались новые идеи, рождались новые проекты. Развитию вообще всего образования на Дальнем Востоке. Мы место встречи России и Китая. Можно сказать, что мы в самом центре этих ворот находимся, в Хабаровском крае здесь. Кому как не нам быть флагманами, выстраивающими отношения между Россией и Китаем. Эта притягательность станет кратно выше. Импортозамещение. Мне кажется, тему с импортозамещением мы уже благополучно перешагнули. Сейчас мы говорим про импортонезависимость. Мы противостоим практически всему западному миру.